Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». И сейчас мы с вами заправим нить в вязальную машину Нева 5. Берем нить. Начинаем с того, что заправляем ее в нити-направитель снизу. Я показываю на одном комплекте. Если у вас три комплекта направителей-натяжителей, вы одеваете на машину все три и по очереди заправляете их аналогичным образом. Итак, заправили нить в нити-направитель. И теперь начинаем одевать ее в нити-натяжитель. Сейчас смотрим ближе. Продеваем снизу в отверстие. Дальше компенсатор между тарелочками. На нити-направителе есть петелька, в которую мы вдеваем нитку. Вот так эта конструкция теперь вытягивается. Под компенсатором сам компенсатор и петелька сверху. Теперь вот этот кончик нити мы спокойно одеваем в верхнюю часть уса. Все. Последняя петелька внизу компенсатора одеваем. Просто потянули, и она оделась. И нити направитель. Все. Теперь вставляем нить в каретку. Открываем ограничитель, вставляем нити-направитель, закрываем ограничитель. На машине с краю есть зажим. На любой машинке зажали нить. И теперь мы спокойно можем начать вязание. Машина готова вязать. Наша задача отрегулировать компенсатор таким образом, чтобы он не давал нитки вот так вот расходиться, то есть чтобы она не болталась, и в то же время, чтобы она равномерно натягивалась. Как это делать, есть отдельное видео. Я показываю, как отрегулировать тарелочки компенсаторов. Смотрите, пожалуйста, мои видео. Делитесь с друзьями, нажимайте кнопочку «Нравится». И до встречи на сайте «Изба вязальня».